Они прекрасные, чудовищные. Они даже не были солдатами, представляешь? Просто жертвы войны. Они пережили военный психоз из-за страшных травм. Шок был настолько силен, что они навсегда потеряли рассудок. И единственным способом мириться с бесконечной войной для них было самим стать машинами смерти. Останки их человеческой сущности покоятся внутри. Но снаружи ты видишь только чудовище. Хидео Кодзима представляет. Она меняет нас, Снейк. Она превращает нас в чудовищ.